«Отрекаются любя» – песня, которую можно услышать на каждом концерте Гелы Гураля. У него своя особая манера исполнения, которая давно покорила зрителей. И все же для каждого города у артиста часто уникальная концертная программа, собственные песни, мировые хиты, и всегда он поет их по-разному. В Рязань Гела приедет уже в третий раз, и рязанцы могут в этом убедиться вживую. Я был в Рязани в 2019 году, в этом зале пел. Сейчас, конечно, другая программа, но мне очень понравилось, потому что акустика здесь прекрасная. И удовольствие просто петь. А зрители? А зрители очень теплые. Гела Гуралия всегда собирает полные залы. Его выступления зрители ждут с нетерпением. Чтобы услышать уникальный тенор альтино, который еще в 2013 году стал открытием телепроекта «Голос», многие следуют за его гастрольными перемещениями из города в город. Гела первый за всю историю «Голоса», кто провел сольный концерт с полным аншлагом в 6 тысяч зрителей в Кремле. «Галактика» – так зовут его фан-движение. Услышали мы Гелу на «Голосе». Естественно, голос ни на кого не похожий, и манера исполнения очень искренняя была и глубокая, и песни отличались от многих. И, в общем, первый концерт, например, я ездила из Москвы в Тулу. Вот. А здесь, в Рязани, второй раз. Была где-то года два назад. Шикарный зал в филармонии, вот камерный, с какой-то потрясающей акустикой. Просто как будто создан для голоса Гелы. Да. С уникальным голосом. Любим его, ценим, уважаем, поддерживаем. Так будет всегда. Он необыкновенный. Необыкновенный вот во всем. И первое впечатление, когда в «Голосе», в программе я его увидела, просто сразу я поняла, что это что-то невероятное. И на это, за этим надо смотреть, за этим надо следить. Подача, отношение к материалу, к профессии, отношение к зрителю, отношение вот к самому, что является сутью творчества. Это всегда полет, это всегда гармония. Это всегда поиск, это всегда что-то новое, совершенно непредсказуемое. У Гелы Гуралия оригинальный репертуар. В основном это песни, написанные для него грузинскими и русскими композиторами, среди которых Александр Журбин, Константин Легостаев. Три хита подарил ему всемирно известный Джад Фридман, автор нетленки Уитни Хьюстон «Run to You». А еще он любит исполнять каверы. Гела Гуралия поет на обнаженном нерве человеческой души, так говорят его фанаты, и добавляют: для нас он неповторимый. I'm a bird.